другой мир. Стать ветром, звездами, вселенной. Вечность с Айденом и теми, кого люблю. Чувствовать, стареть. Люблю. Я столько еще хочу сделать. Джоди, мы живы. Айден? С тех пор, как черного солнца не стало, моя память растворяется. Я слишком долго пробыла на той стороне. И это разрушает мой разум. Стирает то, что осталось. Воспоминания перемешались. Они медленно тают. Забываются, как сон поутру. Я не чувствую времени. Уже не знаю, что было до, что после. У меня в голове все происходит одновременно. Словно смотришь один и тот же фильм снова и снова по кругу. Хаос, нагромождение картинок. Я днем и ночью все записываю. Переношу свою жизнь на бумагу.
Если я все забуду, страницы заменят память. С момента событий прошло 3 месяца, и расследование продолжается. Власти твердо намерены выяснить, что послужило причиной гибели 283 человек на военной базе Пентагона. Представители руководства заявили, что работают рука об руку со следователями, сообща, пытаясь пролить свет на эту трагедию. В ЦРУ пока оставили меня в покое. Наверное, им сейчас не до того, спешат построить новый конденсер. Они ни за что не прекратят эксперимент. Теперь они знают, что на той стороне. Если честно, мне наплевать. Мне нужно налаживать свою жизнь. Жизнь без Айдена. Сколько я себя помню, я мечтала пожить без него. Одна. Я так хотела стать свободной. Моя мечта сбылась. И как же я теперь несчастна. Как будто от меня отрезали кусок. Все время плачу. Знаю, это глупо. Черт. Я скучаю по нему. Прошли месяцы. Месяцы ничего не делания. Я очнулась. Пришла пора начать все заново. Строить новую жизнь. Это было очевидно. В глубине души я всегда это знал. Мне просто нужна была тишина, чтобы услышать это чувство. Я сказала Райану, что не смогу быть с ним. Мы пережили слишком много всего такого, о чем я хочу забыть. Он меня понял. Сказал, что готов подождать. Я испытывала к нему что-то. Но это была не любовь. Какая уж тут нормальная жизнь после всего этого. Да и кому вообще нужна нормальная жизнь? Бойфренд? Скучная работа, от отпуска до отпуска. Я так долго этого ждала, а теперь осознала, что такая жизнь не для меня. Я снова в поиске. Я видела уже множество врат. Их сотни по всей стране. Дома, где творится чертовщина. Номера в отелях, где никто не хочет селиться. Нас окружают существа. Они в наших домах, в наших постелях. Они не отходят от нас ни на секунду. Они ждут своего часа.
Айден. Как я по тебе скучала.